считать ее красивой. Кто других не видел? Не, она действительно такая миловидная, симпатичная, миниатюрная такая, 1,80 м. Да, ручки ухватиком, ножки богорочком и косая сажень. Причем не только в плечах. По всему телу косая сажень. А рукодельница какая? Ой, что руками выделывает? Вот к чему свои руки не приложит, того уже нет. А если, допустим, на ее косо поглядел, или, допустим, вошел в дверь, а ее как женщину забыл пропустить, все, так головой об косяк долбанет, что потом неделю косяк ремонтируешь. Ну, отходчивая, сразу отойдет и с разбега ногой в живот. Ну, не злопамятная, сразу забудет все и поет себе, поет. Слуха вообще нет никакого. Голос сильный, но противный.